Россияне могут расчищать снегопады вместе с дворниками. Это у нас заявила депутат Госдумы Светлана Разворотнева. Вот она считает, что, по ее мнению, так люди могут на свежем воздухе время проводить, не лениться. Вот вы согласны с народной избранницей? Частично согласна. С одной стороны, это должна делать администрация, а с другой стороны, если народу надо, он и сам пойдет очищать все это. Ну а почему должен народ выходить? Я не знаю, это так не должно быть. В любом случае, люди остальные, они также и работают, и кто-то и учится, кто-то просто, может, не знаю, домохозяйка дома дела делает. Соответственно, еще и выходить чистить дворы за тех людей, которые также получают деньги за то, что они должны чистить там дворы, дороги и все остальное, мне кажется, это неправильно. У каждого есть своя работа, он должен ее выполнять. То есть, ну, если уже бы государство не справлялось бы, они бы об этом заявили, ну, просим помощи тому людей. Но я думаю, тогда бы люди бы и вышли, правда, бы сами бы помогли бы, почистили. А так, поэтому у нас и где-то не почищены, и где-то люди просто возмущаются и ничего не делают. Я думаю, что дворникам у нас оплачивают, правильно? Они как бы получают за это заработную плату, поэтому я думаю, как-то не очень справедливо, почему хабаровчане все должны выходить и тоже убирать снег. Да, если будет как в Корее, что чиновники первые пойдут вычищать мусор и снег, тогда да. Молодежь, наверное, не одобрит такой совет. Времени мало, не особо приятно. Все время уходит на работу, и, как правило, после работы ты хочешь быстрее прийти домой, лечь, отдохнуть. А когда первый выходной, ну, навряд ли хочется идти убирать снег. Мы за. Почему нет? Только если в нерабочее время, в неучебное. Если время есть свободное. А я же в этом городе живу. Думаю, неплохая идея. Просто так просиживать, сидеть, ничего не делать. Ну, лучше пойти убрать с кем-то, кому-то помочь. Thank you.